Моя музейная биография действительно не вполне стандартная. Его главная задача – искать по всему миру величайшие культурные ценности и приобретать их для бесценной коллекции Эрмитажа. Мне доводилось участвовать в приобретении «Черного квадрата» Малевича. Что бы вам хотелось приобрести? Это вопрос совершенно провокационный. В гостях у литературоведа Бориса Аверина заведующий сектором новых поступлений Эрмитажа Виктор Фабисович. Сегодня смотрите на канале «Теледом».